Так, сейчас. Вот декаль должна отстать. Клеим на немецкую красочку. Сейчас, как обычно, переводки клеятся. Немножко это надо подождать. Несколько секунд бывает. Бывает до минуты она откисает от основы. Вот. Вот, он теперь сдвигается. Предварительно вот клеем ПВА с водой смазано. Вот поверхность шлема. И сейчас мы пальцем аккуратненько вот так вот делаем. Подложку убираем. Вот декаль остается. Теперь перемещаем ее на ее место. Надо сказать, что с клеем ПВА это будет гораздо лучше держаться декаль. Она еще принимает туда, повторяет весь рельеф шлема со всеми мелкими подробностями. Вот, и аккуратненько выравниваем наклейку относительно люберса. И вот такими палочками можно аккуратненько вот пузырьки из-под нее вот так вот выкатывать. Вот эти проворачиваю. Проворачиваем палочку и пузырьки. И лишний клей и вода уходят. Остается только тот клей, который, собственно, нам нужен. Это позволяет избежать появления пузырьков. Вот. Вот видим, как вода с клеем лишнего уходит. И потом можно декаль, все-таки она не матовая, она глянцевая. Можно клеем ПВА, раствором клея ПВА с водой смочить декаль. Точнее, уже когда она высохла, все. Просто смачиваем, так аккуратненько покрываем декаль клеем с водой, и она становится матовой. И, в общем-то, она тогда такого глянца уже не дает. Это абсолютно естественно смотрится, как она там уже много времени находится. Вот. Это все обтирается. Продолжение следует.